Раннее утро. Мы сегодня решили с утра, потому что дел дома очень много. И заехали в тот лес. Помните, где я говорила, я нашла, ну, под моим деревом, да? И вот первый гриб. Мне кажется, это боровик. Смотрите, какой. Если я не ошибаюсь, это боровик. Такая темная, прям бордовая головка у него. Надо поискать еще. А вот здесь, прямо напротив, стоит, ну, я не знаю, боровик, не боровик, но беленький. А вот тут прям, ну, явно, конечно, боровичок. Прям супер. Вот так вот. Ховерт пошел в лесок через дорогу. А я тогда вот здесь почищу и посмотрю. Вау. Так, вот. Смотрите, какой красивый белячок. Стоит. Ну, вот уже третий. Вот. Хорошо взор подняла. Такая тишь. Даже еще птицы не поют. Смотрите, какая красота. Ну, подъедены чуть-чуть. Это улиточки, мышки. Так. Сейчас я его почищу. Они все беленькие, чистенькие. Ой, это сладко уходи. Так вот. Идешь. А листва. Такой приятный шорох под ногами. Очень красивый лес. Он такой просторный, свободный. Уже очень много листвы. И, конечно, сложновато смотреть, искать. Но я особо не окапываюсь. Я так, знаете, взглядом. Ну вот, взглядом и увидела. Стоит красавица. Видите? Так вот. Так. Ну, вот еще. Ну, это польский. Ну, тоже хорошо. Ну, он уже, правда, наверное, оставим его, потому что он... Его, конечно, облюбовали животные. Что же мы будем последнее забирать? Конечно же, не будем. А мы свое еще найдем. Так, конечно, мы ходим же не для пропитания прямо, а для удовольствия собираем грибочки. Такие, знаете, прям неописуемые эмоции зашкаливают. Ну и, наверное, как-то они положительным образом отражаются на нашем организме. Все только в плюс. Ну, мне так хочется верить. Маховичок вчера пожарила я. Грибочки. Такой ассорти. Нет, он уже не очень хороший. Вы знаете, прямо... Ну, и побольше лука. А лук, такие вот большие головки, он прям очень сладкий. Вот хожу, и он у меня под ногами прям становится. А я с вами болтаю и взгляд вперед устремляю. Видите, какой? И вы знаете, они прям сладкие получились. Ну, настолько
было вкусно. Хуберт как-то не захотел особо есть. Ну, думаю, ладно. Так что я еще и сегодня буду доедать. Столько рядовок много, друзья. О, какой красивый стоит боровичок. О, какой красивый, смотрите. Вы видите? А рядом еще один. Ой, еще один вижу, друзья. О, боже мой, смотрите. Ах, ножка там остается. Надо вытаскивать ее, чтобы она не сгнила там. Вот еще один. Такой, спасибо, лисочек. Но этот уже старенький. Мягкий, я его брать не буду. Ну вот так накроем его листвой. Вот как. Вот как. Только отключила камеру. Думаю, буду чистить. Бросила взгляд вниз, а тут... Три. Смотрите, какая. Смотрите, какие красавцы. Раз. Два. А с утра уже машины стоят. Смотрите, три. Сейчас покружу еще. Ах, осталась ножичка там. Где-то что? О, четыре. Ну, его кто-то подъел, скорее всего, мы его оставим. Народу было здесь море. Конечно, я что-то пропускаю, потому что... И снимаешь, когда смотришь через призму камеру. Это все, конечно, улетучивается из обзора. Ой, думаю, снимаю. На самом деле не снимается. Вот такую нашла. Смотрите, гриб. Так, а это что у нас? Нет, думала белый. Присел уже. Но пойдемте, может, еще сейчас увидим. Они, вы знаете, вырастают прям под ногами. Ты вроде идешь, обращаешь внимание вдаль. А они под ногами, как солдатики. Даже птички не поют. А вот он и грибок. Да два еще. Смотрите, видите? Тьфу-фу. Так, закрываем обязательно. Ой, спасибо тебе, лисочек. Господи. Смотрите. Посмотрите. Гуляю полчаса. А это что? Вчера отварила я дубовички эти и заморозила. Помните, дубовики мои? А это вот самый дубовичок, но он старенький уже такой. Если я найду еще дубовичок,
я буду несказанно счастлива, потому что они очень-очень вкусные. А вот и белячок. Стоит белячок, а это не белячок. А нагибалась я вот за другим товарищем. Вот какая. И тут же рядом вниз. Только отключаю камеру, они... Смотрите. Улиточка дорогая. Оставайся дома. Дети. Какой красавец. Может еще здесь. Странно. А вы, конечно, еще. И еще. Сейчас я вам покажу, друзья. Смотрите в мху. Бровичок. Так, эту закрыла гребничку. Где ты? Видела тебя? Вот он. Смотрите. Надо пробежаться здесь. Вот как. Вот как. Видите? Сейчас просмотрим. Еще здесь. Ой, уже машины подъехали на наше место. Смотрите, раз, иду к своему этому дереву, думаю, ну, а вдруг что-то вылезет еще за ночь. А тут впереди еще другое дерево. Смотрите. Смотрите, какое чудо. Видите? Сейчас еще надо полазить. Посмотрите. Еще вижу, конечно же. Сейчас, друзья. Так. Сидела, видела. Еще вижу, но он, наверное, старенький. Ну, просмотрюсь. Вот это деревце. Еще одно. Вот это. Вот это лесочек. Вот он какой. Гадрый. Смотрите. Но он мягенький уже. Поэтому мы его оставим, чтобы его ни в коем случае не заметили. Мы его прикроем, чтобы он у нас давал плоды. То есть осеменялся. А сами поищем молоденькие. Потому что люди срывают с корня, бросают, не берут и... Очень-очень жалко. Вот так сверху не видно, а присядешь, и они появляются. Поехали в наш тут сказочный лес, там уже стоят... Две машины. Хобер говорит, о, и рядом, смотрите. Ой, я прям сбила головочку. Свай штук. Вот. Вот так вот. Чего Хуберт не сидит в машине, не играет? Скажите, шахматы, ему очень тяжело ходить. Очень. Да, застали-то. Ну, это вот Хуберта находочка. Вау. Я прям не вижу, что
Stiel vielleicht, ne? Ja. Aber oben abgefressen. Вот нашел один грибочек. Нет, два. Совершенно верно. Два грибочка. Драй шацеля. Драй. Смотрите, друзья. Ой, сбила. Вот такая вот кровенка. Во! Смотрите, какие красавцы. Их сага, Дирховерт. И сейчас еще покажу. А ты их ест. Мой немецкий дым. Дын-мадын. Когда эмоции, все слова из холода вылетают. Вернется вот Унтон Хуберт Купенес. Вау! Сейчас. Сия? Я. Ну, Хуберт увидел. А я бы прошла мимо. О, смотрите. Такой бочоночек. Я шон вундербар. Видите? Я думаю, что они здесь будут вылазить, потому что листвы очень много. Так. Ай да Хуберт. Ай да молодец. Удалец. А я вот здесь пробегусь. Ja, okay. Viel mehr. Viel mehr. Das ist einfach. Wenn du mehr abgucken kannst, dann kann mehr gucken. Смотрите, она Айс. А. Ну, Айс пищен. Не блябен. Das ist immer schön. Das wollte ich nicht. Das ist immer so. Habe ich vorhin aufgemacht. Schön zugedeckt. Оставим. Либо мы как кайнем. Давай пойти разговариваем. Ой, спасибо, Альфересочек, дорогой. Благодарю тебя. Ты столько нам сегодня подарил грибочков, эмоций. Благодарю тебя, солнышко. И вот еще один беленький, натерлый. Yeah.